Значит, вы знаете, я хочу поблагодарить учителей гагаузского языка, потому что они очень серьезно относятся к преподаванию этого языка. Интересные формы обучения предлагают, используют. Много учебников мы издаем, методической литературы. Думаем, примем участие в издании учебников на уровне министерства. Журнал будем издавать, продолжать издавать. И считаю, что уровень наших преподавателей гагаузского языка в этом году еще намного увеличился, чем он был. Многие поступили в магистратуру преподавателей гагаузского языка, мы обратили внимание. Вот, имеют свои работы, над которыми мы сейчас работаем все вместе, чтобы включить их в определенный сборник методической рекомендованной литературы, для того, чтобы все могли увеличить и уровень уроков сделать намного выше, чем он был.